Всем привет! Мы группа Open Kids, и мы на Черноморских играх. Теперь у вас свой лакшери-оператор, который с вами везде ездит, вас снимает. Давайте приветствие для канала своего. Привет! Небо синее, роща в небе, утреннее, все румянее. Небо синее, роща в небе, утреннее, все румянее. Ну, прогресс налицо. Мы раньше пели мимо мамуму, а тут уж, ну, хоть слова появились. Да. Пахнет так как! Чувствуете? Сейчас Open Kids отправится на саундчек на сцену. Сегодня мы уже узнали, вместо 5 будет 4 девчонки, но это не беда. Подпевай. Это хит. Автограф-сессия от Open Kids. Ой, смотри, сбегаются детишки. Ребят, правила такие, сюда. Абсолютно простые. Очень жарко, давайте максимум без автографов, максимум селфи. Хорошо, подходим, становимся после ребят. Щелк. Сюда заходим, быстренько выходим. Поехали, бегом. Так. Благотворительный детский фестиваль «Черноморские игры», 15-й юбилейный в 2017 году. А это значит бесплатно, не за гонорары. Мы не продаем автографы. Все для фанатов, все для людей и для детей. Потому что дети — это наше будущее. Видели, как плясали под вашу песню? Хочу хулиганить. Нет, видели. Даже Богомол пришел послушать Open Kids. Девочек и мальчиков, которые сегодня принимают участие, как выиграть? Посоветую, какого артиста послушать? Майли Сайрус. Майли Сайрус, ты? Бьонси. Ариана Гранде. Я хотела ее сказать. Бьонс. Давай. Ариана Гранде. Фильм посмотреть? Время. 2+1. Битва за Севастополь. Невозможное. Куда посоветуете сходить? На море. В кинотеатр. Посмотреть. И в бар. В бар? Милк. Рано. Милк. Милк. Молоко, йогурт и так? В ресторан. Эй, я должен сказать ресторан. Ты должен сказать сладкая вата и лунопарк. Ну, книги или журналы? Книги. Книги. Журналы мне тоже нравятся. И то, и то. Или Инстаграм. Инстаграм. Ладно. Вот единственный человек, все. Читаете ли? Вы книги. Что почитать? С любовью, Рози. Трилогия книг Таймлес. Гарри Поттер. Ты хотела сказать? Да. Окей, твой другой вариант. Не знаю, больше всего нравится Гарри Поттер. Любимые актеры? Эд Бествик. Ди Каприо. Ди Каприо. Джонни Депп сразу. Мила Йович. Нет, мужчины, актеры. Реально, у всех же есть любимый актер. Давай, твой любимый актер. Джастин Тимберлейк. Я уже говорила. Ну, еще раз. Я уже забыла. Джонни Депп. А девочки? Кэмерон Диас. Мне нравится Юлия Пересильд. Мила Йолович. Я не знаю, девочки, я люблю машины. Все, окей. Куклы или машины? Машинки. Куклы. Машины. Куклы. Любимая одежда? Бренд. Бренд? Не знаю. Не знаю? Мне нравится Шанель. Адидас. Масс-маркет. Да ладно, ну давай. Ну, любой. H&M. Кельвин Кляйн. Да. Ок, серьезно? Ну, мне нравится. Ну, окей, ладно, засчитывается. Любимый вид спорта? Плавание. Футбол. Теннис. Акробатика. Фанаты спрашивают, будете ли снимать бьюти-влог? Я точно нет. Я не люблю снимать блоги, не люблю смотреть блоги, поэтому... Любимая страна? Турция.
или город? Турция, Алания. Турция, Алания. Страна и город любимый? Любимая страна Украина, а город Нью-Йорк. Ну ладно. Турция, я не была в Стамбуле, но очень хочу. Америка, Нью-Йорк, но я там не была. Я очень хочу в Токио очень сильно. Любимая еда? Итальянская кухня, мамина еда. Что мама готовит? Да все мама готовит, все, что мама готовит, все вкусно. Плюсую. Нет. Плюсую тоже. Повтор? Да. Повтор на третьем игроке? Да. Ладно, хорошо. Любимый напиток? Чай масала, какао с маршмеллоу. Смузи. Мохито с клубникой. Девчонки, вы так что выступили, вас на руках носили. Вот как вы так в жизни настолько простые, никакой звездности нету? Как вам удается, зная, что у вас миллионы поклонников, быть такими простыми? Ну, мне кажется, нужно себя воспитывать. Вот у нас очень много концертов, и мне кажется, что мы даже не успеваем думать об этом, и вообще просто живем мы, как обычные подростки, и просто иногда выходим на сцену и выступаем. Вот. Согласна. Вот. Ты за все говоришь.